Главный тренер ФКРЛ Андрей Талалаев. Андрей, уступили ЮФУ в заключительном матче. Поделись впечатлениями от игры и чего нам сегодня не хватило. Ну, не хватило голов нашей команды. В наши ворота прилетело два, и в начале матча это повлияло очень сильно на игру. Конечно, это третья игра, мы физически уже подустали, так как это ЮФУ, Ростов, у них и обойма побольше, и силенок было побольше. Проблема концентрации, проблема реализации моментов наших, потому что я считаю, что вторую половину тайма первого мы доминировали, имели там 2-3 возможности хороших, чтобы забить гол, и ими не воспользовались. А во втором тайме вышли, также продолжали играть в давление, накрывать соперника в чужой половине, после чего он перестроился там, в 5 защитников и фактически не дал нам ни одного полноценного момента около их ворот. Видно было класс команды, видно было перестроение. Жалко, что не удалось скрыть, забить свой гол. А тебе как тренеру, какой футбол твоей команды больше нравится? Вертикальный, какой был вчера, или основанный на владении мячом, что мы увидели сегодня? Я бы не стал делить вообще его на вертикальный или на владение мячом. Я бы, в моем понимании, это должно быть сочетание. Быстрые атаки. Они могут быть как вертикальные, то есть там, длинные передачи, так это может быть и выход низом. Просто если мы говорим об этой лиге, об НСФЛ, быстрые атаки – это там, большое количество очень голов. Поэтому мы должны ими пользоваться, выбегать и грамотно распоряжаться мячом. Против кого из двух претендентов на чемпионство было сложнее играть, КФУ или ЮФУ? Нам несложно играть в футбол ни с кем из этой лиги. И я думаю, от матча к матчу мы это доказываем. Просто немножечко везения, немножечко реализации своих моментов и немножечко сыгранности. И вы увидите нас в шестерке в следующем году. Какую работу планируешь провести перед финальным турниром? Много ребят не смогли сюда приехать. У кого-то травмы, кого-то не отпускают. Как будем готовиться к решающим трем матчам? Надеюсь, у нас никто не выпадет из обоймы, и все приведут себя в порядок. Второе, у нас, конечно, физические кондиции нас немножечко подводят, чтобы нужно подготовить себя, чтобы нас хватило на 3 игры 80 минут, и чтобы мы в конце дожимали соперника. Будем работать, будем готовиться. Спасибо.